Получите расширенные возможности с подпиской на музыку ВКонтакте. Слушайте любимый.
Хотите быть в курсе главных музыкантов? Белые и красные флажки на географической карте столпились возле Москвы и вокруг Ленинграда. Каждое утро после того, как с телеграфа приносили в редакцию сводку Совинформбюро, мы собирались у карты, молчали и угрюмо расходились по своим углам. Шли напряженные бои за Москву. В один из таких дней в редакцию пришло довольно странное письмо из деревушки под Синей, что близ Минусинска. Письмо попало ко мне, я читал его и перечитывал, и все не мог уразуметь, о ком и о чем идет речь. И что за старуха пишет в таком древнем стиле? «Вижу, яко зима хочет быть и лютой, сердце изябло, и ноги задрожали. Всю предтечину седмицу тайно молюся, чтобы сподобиться, и слышу глас Господний. Время не приспе, и Анчихрист Наполеон у града Москвы Белокаменной на той поклонной горе, где повстречалась с ним малую, горленькую, несмышленой, и разуметь не могла, что Москве гореть и сатане погибели быть. Да пожнет тебя огонь, аще не зазришь спасения. Погибель, погибель будет. Или Гитлеров распадется, яко тлен, или туман ползучий, и станет Анчихрист Наполеон прахом и дымом. Вот и пойми, лик Гитлеров распадется, яко тлен, или туман ползучий, и станет Анчихрист Наполеон прахом и дымом. И что за малая горлинка, которая виделась с Наполеоном? После нашествия Наполеона минуло 129 лет. Письмо было большое, написанное с буквой «Ять», с «Фитой», «Ижицей», прямым, окаменелым почерком. Мы его называли «Письмом с того света». Под письмом стояла подпись «Ефимия, дочь Аввакума из Юсковых, проживающая в деревне под Синей у Левтины Крушининой». Интереса ради, да и к тому же попутно по дороге в Минусинск заехал я в деревушку под Синью и отыскал бревенчатую избенку Крушининой, наполовину вросшую в землю.
Три подслеповатых окошка, заваленка до окна, ограда в три жердины, копна сена в огороде, корова у копны и снег, снег до берега Енисея. В избе на деревянной кровати на лохмотьях жались ребятенки, похожий на одуванчик мальчишка лет 3 и две девочки-погодки лет 7-6. Я поздоровался, но мне никто не ответил. Ребятишки еще теснее сплелись в клубок. «Мамы нету, она на ферме», — предупредительно сообщила девочка постарше. «Ну, а бабушка Ефимия у вас проживает?» — спросил я. «Вон она, на печке дрыхнет», — выпалила старшая. В избе было довольно прохладно, я спросил, где же их отец. Мальчонка с скороговоркой сообщил: «Папку вбили фашисты на войне». Разговор с ребятенками потревожил бабку Ефимию, и она, откинув занавеску, поглядела с печи. Голова ее была совершенно белая. Ястребиный нос прогнулся чуть не до верхней губы. Лицо было до того перепахано морщинами, что никто бы не мог угадать, какой была старуха в молодости. На мой вопрос, не она ли написала письмо в редакцию газеты, старуха охотно подтвердила: «Кто же за меня напишет? Сама, сама. Антихрист, антихрист Наполеон. Детей вот осиротил и горем землю заполнил. Сгинет он в пожаре, сгинет». Я сказал, что Наполеона давным-давно в помине нет, и что война идет с Гитлером, с фашистской Германией. Старуха проворчала что-то, поворочилась на печке и медленно слезла, кутаясь в рваную шаленку. Сказала: «Не сообщно глаголать то, чего не ведаешь, раб Божий. Сказано: сатанинское в сатану вмещается, Саулова в Саула, Исавова в Исавва. Рече про Гитлера, а он сатано Наполеон. Видала я его треклятого, ноги толстые, обтянутые белыми штанинами, и ляжками дрыгает, и губы яко скаредные, продольные. Не брыластый, нет, брыластый и добрый». Старуха пояснила: «Брыластый толстогубый, значит. Так говаривали, дескать, в старину». Я все-таки не верил, что старуха виделась с Наполеоном, а она еще раз подтвердила: как же, как вот с тобой теперь, ближе даже. После Наполеона, бабушка, много воды утекло, много-много, и воды, и грязи, и морозы были, и тепло было, и люди были, и звери были, молодые гибли, как солома на огне, а я живу и мучаюсь, и не зрю века, о-хо-хо-хо-хо. Я невольно поинтересовался, сколько же ей лет. Да вот с предтечи 136-й годок миновал. Год-то ноне от сотворения, зажилась должно, аще не днесь умрем же всяко. И рече Господь, ходя и во тьме, не весть, кама грядит. Не сделай беды, да и не сгинешь во зле. И паспорт у вас есть, бабушка?» «Лежит, лежит, пачпорт». «Не мне, на ветер дан. На пришлых да встречных. Покажу уже, покажу, глянь, глянь». Паспорт советский, самый настоящий, и выдан был в городе Артемовске в 1934 году. Год рождения — 1805. Спустя много лет Ефимия заговорила у меня в сказании «Крепость», и я услышал ее голос, увидел ее живые черные глаза, глубокие и красивые в девичестве, но она ли это? Та ли Ефимия, с которой я встретился тогда в избушке? «Я так вижу», — сказал один большой художник. Много было встреч с людьми сибирской тайги, и особенно с крепчайшими раскольниками-старобрядцами, не с волжскими, описанными Мельниковым-Печерский, а с непримиримыми, которых при всех царях гнали этапами в Сибирь. Особенно памятной для меня была быль, рассказанная дедом Зиновием Андреевичем Черкасовым о декабристе, нечаянно встретившемся с общиной поморских раскольников где-то на берегах Ишима в бывшей Тобольской губернии. Этот декабрист был моим прапрадедом. Так по крупинке из года в год собирались впечатления, раздумья, покуда не вылились в романах сказаний. Да, я их такими вижу, больших и маленьких героев сказаний. Увидит ли их такими же взыскательный читатель? Крепость. Сказание первое. «Сторона-то ты, сторонушка, далекая сибирская, лесами ты богатая, зверями непочатая. Народ в тебе, сторонушка, со всей России матушки, с Волги, с Дона Тихого, шли люди духом смелые, удалью богатые». Зависть первая. Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. Тринь-трак, тринь-трак, слышались кандальные звуки. Степь и степь. Как море синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка, кустик ли, кругом голым-голо. Хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов. Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому, или упадет, и никогда уже не подымется. Каторжанские коты на деревянных подошвах
негнущиеся, тяжелые, затрудняли движение колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица. Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая, гнедая кобылица с таким же гнеденьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога, и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала. Третьи сутки тащилась лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне, и когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и ускакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даться в руки, так и осталась загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плутая по степи, набрела на такого же одинокого человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием скорее добраться до пресной воды, к речке или к озеру, хотя бы к лужице. Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет. Жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, и не было ни капли молока. Кудрявым маревом иссыхала, налитая зноем пустынности, не было ей конца края. Куда ни кинь взор, всюду синее, смыкающееся с небом равнинное безмолвие. Никлый, устоявшийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утихало, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал московский тракт, проезжали государевы почтовые кибитки, скакали на четверках фельдъегеря с форейтерами, плелись груженные товарами купеческие телеги на железном ходу, тарахтели наемные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь. Степь и степь. Тринь-трак, тринь-трак, вызванивали цепи. Грубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине, знак государственного политического преступника, покрывала широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими округлыми. На щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа, кудрявая бородка золотой подковкой обрамляла прямоносое исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутье и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандальную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандальные кольца были наглухо заклепаны. Озираясь, колодник испуганно пробормотал: «Курган! Опять тот же самый курган! О, Господи! В пятый раз выхожу на это же место!» Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый? Колодник подошел поближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок. Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев!» Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись. Никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. «Но я же слышал, слышал! Клянусь девятью мужами славы, то был он!» Вспомнил хрипловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. Или опять показалось? Ночью голос Рылеева слышал, а сейчас Сукина. Он упал на примятую траву и долго лежал, так к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча: «Царь наш немец русский, носит мундир прусский. Ай да царь, православный государь. Трусит он законов, трусит он масонов. Ай да царь, православный государь. Только за парады раздает награды. Ай да царь, православный государь. А за правду матку прямо шлет в Камчатку. Ай да царь, православный государь». А за комплименты голубые ленты вспомнил еще и, подняв голову, похолодел, будто совсем рядом рукой подать, в струистом мареве Санкт-Петербург, Сенатская площадь, та самая, и медный всадник, придавив копытами чугунно-черную гадюку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы. «Боже, Боже!» — простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. «Я вижу, вижу, Неву вижу, шпиль вижу, крепость, вот она! Нева — северная жемчужина славян, счастье водное! Вот она совсем рядом! Иди же, колодник, и утоли жажду!»
Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за каменным поясом Урала. Нева, Нева, ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды. Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве. Я же видел, видел, — воскликнул он с ужасом, глядя на необозримую степь. Уж не лишился ли ума от жажды? Он знает, в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещилась Сенатская площадь, медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева? Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль. В больном воображении проносилась одна картина за другой, и так явственно точно все происходило вчера. Улица города Ревеля, он спешит к прохладе и пьет, пьет, и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за 3-9 долин. И если вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду. Страх сковывает его, он боится поднять голову. Опознают. И тут, на людной улице, чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо. Мичман Лопарев. Он не успевает ответить, перед ним жандарм. Вы арестованы. Пить, пить, он облизывает губы. Жандарм сухо отвечает. Нет для вас воды, нет для вас моря. А есть вечная безводная степь в Сибири за Уралом. И вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев. Следуйте за мною. Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы. А там к Юлиану Сабинскому, к Ядвиге, подумал Лопарев, переживая минувшее своей нелегкой судьбе. Нет, я их не выдал. Ни Ядвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признания. Нет, ты слышишь, Ядвига? Черные ищущие глаза Ядвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же, чуточку насмешливая и капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан. Лопарев и Ядвига в полутемной гостиной дома Сабинских пьют старое вино. На улицах Варшавы гроза и дождь. Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии летали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша, сидел Ермак, объятый думой. Ядвига спросила, кто такой Ермак? Он ответил. Ядвига печально промолвила. О, матка Боска, только бы не Сибирь, мне страшно за всех вас, только бы не Сибирь. Ядвига, Ядвига, где ты? Зовет он в выступлении. Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться. О, Боже, конец мне, конец, стонет колодник, приминая лицом ковыль. Где теперь Ядвига Минцовская? Юлиан Сабинский, где они все, варшавские друзья? Он никого не предал, никого не назвал. Ты сгниешь в 13-й камере, жалкий мичманишка, рычит генерал Сукин. 13-я камера в секретном доме, камера с голосами призраков. Колодник слышит пронзительный крик. Назови сообщников в Варшаве, назови сообщников в Варшаве. Не было, не было сообщников, стонет он, но чу. В уши бьет материнский голос. Сашенька, Сашенька. Не голос, а мученическая мольба из раненого сердца. Что ты наделал, Сашенька? Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька. Царь милостив, прости, и я буду молиться. Закружили тебя бесы. И я закружился в проклятой степи, с горечью подумал колодник. Бесы закружили, видно. В пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так, кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем. Руки матери теплые, желанные, Сашенька, и сразу же, как в пекло головой, лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышовым. Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается. Смею спросить, кого же вы прочили в Бонапарты России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-апостола? Кого же? Я смею заверить. Пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая самозванного императора Франции. И вот конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось, кого же бы вы готовили в Бонапарты? Нет-нет, стонет колодник, выдирая руками ковыль. Мы не готовили Бонапарта для России. Нет, не готовили. Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька, царь милостив, прости. О, Боже! Он вскочил, гремя цепью, перекрестился. Перед ним все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь. Бывший мичман гвардейского экипажа, участник декабрьского восстания Александр Лопарев, 1803 года рождения, государственный преступник, осужденный по 3-му разряду известного царского алфавита, к 20 годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибири, 3 года отсидевший милостью царя в секретном доме Петропавловской крепости, бежал с этапа. 7 июля 1830 года этап остановился на привал у Гнилого озера. Вода была вонючая, мерзкая. Берега поросли камышом, войдешь и потеряешься, как в лесу. Уголовники, какие шли в Сибирь вместе с Лопарем,
собирали на берегу сухой камыш и жгли его возле багажных кибиток. Ночью разыгралась гроза с проливным дождем, и Лопареву не спалось. Жандарм Ивашинин храпел рядом. «Бежать!» — будто услышал Лопарев чей-то голос. «Бежать!» — берегом озера, подальше в степь, от своей злосчастной судьбины. Думалось, верст 10-15 пройти степью, а там... И Лопарев ушел. Всю ночь брел под дождем неведомо куда. С рассветом передохнул и поплелся степью дальше. Трижды встречались ему озера, солоноватые, горклые, но Лопарев не брезговал, утолял жажду, и все шел, шел. На вторые сутки повернул на запад, к тракту, как думал, но степь так и не разомкнула своих жарких объятий. После грозы и дождя наступил иссушающий зной. Знает ли кто, что такое степь безводная? Есть ли другое место на земле, где все так чуждо человеку, где земля бела от соли, и от необоримой жары сохнут даже глаза? Под вечер пятых суток, когда солнце ткнулось в горизонт, у ног Лопарева мелькнула тень, глянул кверху орел. На сажень в размахе крыльев. Лопарев даже слышал, как шумели они, когда птица кружила над степью. Кобылица и жеребенок жались к нему, как бы моля о защите. Лопарев судорожно сжал палку, и в тот же миг орел камнем упал, жеребенку на спину. Лопарев ударил орла, тот неистово забил крылом, словно подгоняя свою жертву. Лопарев, задохнувшись, ударил еще и еще, уже из последних сил. И потом, когда окровавленная птица рухнула на земь, долго топтал ногами его бесформенную тушу. Надрывный и тонкий крик жеребенка вплетался в тревожное ржание кобылицы. Так и стояли они вместе с человеком, будто судьба связала их одной веревкой. В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения. То мерещилась ему 13-я камера секретного дома, то кидала его соленая морская волна, и тогда еще сильнее томила жажда. То чудился ему двуглавый серебряный Эльбрус. О, Едвига, Едвига! Лопарев повстречался с паней Минцовской на водах, где она была вместе с Юлианом Сабинским, своим двоюродным братом. Сабинский слыл за ученого, говорил свободно на многих языках и держался с большим достоинством. Но Едвига, Едвига! Она будто никого не замечала, и никто не решался приблизиться к ней, кроме молодого князя Темирова, гвардейского поручика. Внезапно они рассорились, как и что произошло, Лопарев не знал. Возвращаясь с прогулки, уже после размолвки с гвардейцем, Едвига подвернула ногу, у самой тропки которой начинался подъем на Бештау. Лопарев услышал зов о помощи. «Я бежал на этот голос, словно олень», — восстанавливал он в памяти и вновь переживал ту встречу. «Я бежал бы вечность, я узнал ее тотчас, и мне почему-то стало страшно». Ползком Едвига пыталась достигнуть дороги, ведущей в город. С ужасом глядел я на ее маленькую ножку, еле прикрытую изодранным платьем. Потом я увидел лицо Едвиги, в слезах оно было прекрасным. Ее локоны не спадали к плечам, а белая шляпка, перехваченная у шеи резинкой, была откинута за спину. Я стоял, не зная, что делать, вероятно, выглядел глупо, без конца бормоча, сладостное сердцу имя. «Нога, о матка Боска!» — со стоном проговорила Едвига и что-то добавила по-польски, но я не понял. «Помогите ж мне!» Осмотрев ногу в тонком чулке, я сказал, еле ворочая языком, что перелома нет, а только опухоль у щиколотки. Едвига смотрела на меня, смиговые слезы. Я и теперь их вижу. Потом она спросила, знаком ли мне поручик Темиров. «Да, я знавал князя, отчаянного дуэлянта и скандалиста». «Он обидел вас, пани?» — спросил я. Губы ее дрогнули. «Нет, такого поганого русского князя, который что-либо мог сделать с мною», — со злостью выговорила Едвига. И я догадался, что между ними что-то произошло на Бештау. Затем она сказала, что больше никогда не поедет на Кавказские воды, и пусть будут прокляты поганые московиты, и пусть будет проклята Россия, погубившая ее отца, который бежал во Францию и умер там в изгнании. Я отвечал, Россия не виновата, пани. Цари еще не Россия, разве, говорил я, презренный Наполеон был вся Франция? Он был изгнан с позором, а прекрасная Франция осталась, и французы остались французами. Так и у нас в России будет, настанет время, и презренных царей уничтожат, а Россия жить будет, и народы жить будут. Что я еще говорил? Ах, да, о ней, о ее красоте. Говорил о своей матери, она ведь тоже из Кракова, полячка. О друзьях моих рассказывал, особенно о тех, кто побывал во Франции и в Париже. О, с какими мыслями многие из них вернулись оттуда. О свободе народной они говорили. О революции, о конституции. Правда, я и словом Едвиги не обмолвился ни о северном, ни о южном обществе, но дал ей знать, что в России есть люди, способные покончить с самодержавием. Как удивилась и обрадовалась Едвига. «О, матка Боска!» — воскликнула она, сжимая мои руки. «Увижу ли свободную Польшу?» И я почему-то уверенно сказал, что настанет день, когда ее мечты сбудутся. А теперь так много времени прошло. Но я не забыл ни Едвиги, ни наших разговоров. Стремления, мечты мои и Едвига — все это слилось в одно целое. Даже в стенах секретного дома с глухонемыми надзирателями ее образ не покидал меня. Едвига была утренней и вечерней моей звездою. Не было во мне большего желания, чем видеть и видеть ее, но мечтам этим не суждено было сбыться.
И вот в горький час моей жизни в этой безводной сибирской степи я с нею и будто ощущаю ее теплые руки и вижу грустные ее глаза. Мне неотступно слышится грудной тембр ее голоса. «Я буду любить тебя. Ты хочешь этого? Я буду любить. Видит Бог, говорю правду». «Едвига, я перенес все пытки, но не предал нашу мечту. Ты слышишь, Едвига, меня не сломили, и снова готов идти той же тернистой дорогой, слышишь? Безмолвие и тяжкая-тяжкая ночь. Ты помнишь, как я нес тебя на руках в город? Твои руки были теплые и пахучи, и вся ты невесомая и жаркая. О, как хотелось бы, чтобы это повторилось! И все-таки ты не могла понять меня до конца, я не мог стать католиком, как ты хотела. И не потому, что я православный, совсем нет, наша религия одна на плаху венценосцев свободу народам. Польскому, русскому, всем народам, населяющим империю под двуглавым орлом. Понимаешь ли ты меня? Но кругом тоже безмолвие и тяжкая ночь. После знойного дня земля отдает свое тепло. Колоднику худо в степной духоте, и бредовые видения снова кидают его с волны на волну, как щепку в море. Он опять с Едвигою там, на Бештау. И знойно, и душно, и нет ни глотка воды, но он, колодник, несет на руках Едвигу не в сторону Пятигорска, а к себе на Орловщину, в деревню Боровиково, в отцовское имение. Там у них парк с прохладой, такой чудесный пруд и вода, вода, кругом вода. Но куда же за ними скачет хромая кобылица с жеребенком? Или она так и будет с ними скакать вечно? «Не гони ее, Александр», — шепчет Едвига, — «пусть она будет с нами. Но куда же мы, куда идем?» И глаза Едвиги насыщены тревогою, какими он запомнил их в последний час расставания. «Мы будем идти дальше, дальше, дальше», — бормочет колодник, вцепившись руками в хрустящий ковыль. «Едвига, ты слышишь? Мы должны идти дальше». Колодник очнулся от призывного ржания кобылицы. Над степью все выше поднималось синее небо, а ему, колоднику, хотелось бы еще вернуть к себе Едвигу и движение, движение по каменистой тропе. Он, колодник Лопарев, должен встать и идти. Но что теперь в том? Настал конец, мой конец, Едвига. И если я погибну здесь, помни, тебе завещаю жизнь и счастье, жизнь и счастье. Уже занялась над степью предутренняя голубень, когда Лопарев увидел зарево. Будто и близко стояло оно, но не верил глазам, может, снова видение. Какая сила подняла его с земли, он и сам не знал. Он шел и шел, а зарево было все так же далеко. Когда показалось солнце, оно исчезло совсем. И тут в утренней свежести почудилось, будто лают собаки. Лопарев упал и пополз на четвереньках. Он не мог вспомнить, куда девалась кобылица с жеребенком. И вдруг, словно чудо, какое-то поселение открылось взору, и силы покинули Лопарева. Он позвал «Люди!», но было тихо, темнел лес, не мираж ли, нет зримость, воды, воды. Это было единственное, чего он жаждал, и чувствовал, что внутри у него все сгорело и обуглилось. Воды, воды, воды. Накинулись лохматые псы, Лопарев уткнулся головой в землю и так лежал до тех пор, пока не склонились над ним трое бородачей, один другого старше. Двое тощих и длинных, в пасконных рубахах, до колен, в войлочных котелках, сивобородый и угрюмый, третий, согбенный, кривоносый, с реденькой белой бородкой и босой. К правой ноге его была прикована пудовая гиря на железной цепи. Отогнали собак, молча переглянулись и перекрестились ладонями. «Эко, человечий Бог послал», — сказал длинный старик, — «по ногам и рукам закованный. Беглый должно», — дополнил другой длинный, — «каторга». Кривоносый же фыркнул. «От кельте ведомо, праведник Тимофей, что зришь человечи, а не сатано в рубище кандальника. Спаси и сохрани», — перекрестились двое. Лопарев поднял голову, сивобородые мужики кружились перед глазами, и вся земля тоже качалась. «Воды, воды, воды!» «Сатано и в багрянице является», — продолжал Кривоносый, пристально разглядывая колодника. «Так же праведник Елисей», — поддакнул один из старцев. «Но не судному моленью быть», — напомнил названный Елисеем с гирей у ноги. «Может, в яму, к нечестивке, ползет нечистый дух, а? Спаси и сохрани, Господи!» Все трое истово осенили себя ладонями, отплевываясь от нечистого духа. «Пить, пить! Ишь, как выпьет! Воды просит, чтобы порчу навести на всех и в гиену огненную вергнуть праведников. Беда будет, беда! Спаси, Христос!» — поддакнули двое. «Аз же, хвалу Богу воздав, воспрошаю нечистого». «Кто такой будешь?» — уставился Елисей. «Сказывай, крест наложи на чело свое. Ну-ка же!» Лопарев перекрестился тремя перстами, сатанинским кукишем осенил себя. «Нечистый дух! Святейшего батюшку позвать надо!» «Да чтоб никто из правоверцев не зрил нечистого!» — напомнил Елисей. «Грех будет! Грех, грех! Господи, помилуй! Пить! Ради Бога!» Лопарев уперся локтями в землю. «Изыди вон, изыди, изыди!» «Нету для тебя воды, нечистый дух!» — затрясся Елисей.
смолу кипучу хлебай, хоть от пуза, и сам варись в той смоле. Правоверцев не сварить тебе нечистый, и заиди в гиену кипучу, вон-вон. Батагами гнать надо, праведник Елисей, — подсказал кто-то. Пусть благостный батюшка Филарет глянет, тогда погоним уже. Топтать будем уже, пинать будем уже. Так же славно будет Иисусе многомилостивому, Иисусе пресладкому, Иисусе многострадному. Аллилуйю воспоем на всеношном молении. Воспоем, воспоем. Кандальник решительно ничего не разумел из всего этого. «Благостный батюшка Филарет идет со старцами», — сообщил Елисей и опустился на колени. Двое других сделали то же. «Люди, или вы глухи, помогите же!» — тщетно молил Лопарев, пытаясь встать на ноги. Сутулый, тщедушный Елисей торжественно затянул. «Батюшка Филарет наш многомилостивый, многоправедный, яко сам спаситель благостный и пресладкий, спаси нас от погибели!» Двое бородами касались земли, разом подхватили. «Спаси нас, спаси нас!» Елисей воздел руки к небу. «Духовник наш многомилостивый, отец родной наш, покровитель наш, и яко спаситель оборони от нечистого, сатано приполз к становищу. Роги зрил, хвост зрил, огни с горла исторгался, и смрадный дым шел, аминь!» Лопарев окончательно сбился с толку, о каком сатане плел старикашка, и что они за люди, будто мужики, и на мужиков не похожи, и кто этот их многомилостивый покровитель. Собрав все силы, он стал подниматься с земли, и тут увидел, как надвигался к нему некий старец, вид которого поверг Лопарева в трепет. Старец был необыкновенно высок, с царя Петра, костлявый, прямой, на белой рубахе до колен, искрилась такая же белая аршинная борода. Поверх нее лежала толстая золотая цепь, увесистый, осьмиконечный золотой крест. Холщовая рубаха была перетянута широким ремнем по чреслам. Длинные белые космы, ни разу, видать, не стриженные, спускались ниже плеч. Старец был бос и шел величаво, опираясь на толстый посох с золотым набалдашником и железным наконечником, точь-в-точь Иван Грозный, со старинной иконы, и такой же горбоносый. «Кого Бог послал?» — подойдя, спросил он. «Поднимитесь, праведники! Спаси вас, Христос! Спаси, Христос, батюшка Филарет!» — поднялись праведники, крестясь. Старец грозно огляделся. «Где зрите Филарета? Али у алтаря на молении? Из памяти вышибло должно. Не вижу Филарета, старца! И где он?» Старики испуганно переглянулись. «Нету, нету!» — подтвердил догадливый Елисей. «Бог даст, увидим! На моленье увидим, яко спасителя! Воспоем аллилуйю, праведники, батюшке Филарету! Аллилуйя, аллилуйя!» — воспели бородачи. Старец стукнул посохом, сердито напомнил. «Когда явится к нам батюшка Филарет, тогда и аллилуйю петь будем. Кого Бог послал, сказывайте!» — кивнул он на Лопарева. Подобострастный Елисей сообщил, что вот, мол, явился нечистый дух в облике кандальника, чтобы порчу навести на древних христиан, и что он, Елисей, на какой-то миг собственными глазами увидел на сатанинском лбу рога, и огонь с дымом из пасти шел. «Так же, поддакнули старики. «Православный я, православный!» — не выдержал Лопарев и перекрестился щепотью. «Я православный, русский!» Старец с посохом ворчливо ответил. «А мы, люди Божьи, не русские и не православные, а праведные христиане!» «Куда же я, люди? Шестые сутки без крошки хлеба, люди!» — путаясь в словесах от слабости, бормотал Лопарев. «Никонова щепотью молишься?» — уставился на него старец. «Стал быть, Антихристу молишься!» «Иуда брал соль щепотью, а никоняне собакины дети!» Купель Божию щепотью осеняют. Спасителя Иисуса Иисусом зовут, как нечестивцы. За 17 праведных поклонов 4 бьют. Усердие Богу во мзду обратили. Аллилуйю во храме Божьем поют 3 раза, а не 2, как по старой вере. Оттого и погибель будет. Он тронул посохом кандалы. За какой грех закован? Правду глаголь. Срамные уста лживостью сами себя губят. А Бог, он все видит и слышит. Воды, хоть глоток воды. Подумав, старец оглянулся на мужиков. «Скажите там Ефимии, пусть принесет для болящего пришлого с ветра. Живо мне!» Один из мужиков побежал. Старец опустился на колени и осмотрел, как заклепаны железные кольца на ногах. «Эхо! Крепко привязал тебя царь своей милостью-радостью. Ну да, цепи люди сымут. Вольным будешь, ежели правду скажешь. По что закован?» «За восстание закован. Царю Николаю не присягнул». «Царю Антихристу? Дивно. За восстание, говоришь?» Лопарев полагал, вся Русь знает про то, что свершилось 14 декабря, но старец про восстание ничего не слышал. «В самом Петербурге? Тихо, божьи люди!» Лопарев сказал, что часть войск в столице во главе с офицерами отказалась присягнуть Николаю. Царь жестоко подавил восстание, а потом учинил суд и расправу. Солдат прогнали сквозь строй и били шпицпрутанами. Тех, кто выжил, заковали в кандалы и отправили на каторжные работы и на вечное поселение в Сибири. Офицеров не били шпицпрутанами, но 5 повесили в Петропавловской крепости, остальных приговорили к разным срокам каторги, к вечному поселению в Сибирь, разжаловали в рядовые. И что он, колодник, успел бежать в Ревель, но вскоре был опознан и пойман,
доставлен в Петропавловскую крепость, а потом по личному приказу царя заточен в секретный дом, и что он бежал с этапа, лутал по степи и вот вышел к ним. «Много ли солдат забили палками?» — спросил старец. Лопарев числа назвать не мог, должно много. «Праведный ты человек, кандальник, коль на царя Антихриста топор поднял. На плаху бы, царя-то, на плаху!» — одобрительно гудел старец, пощипывая бороду. «А мы-то ни слухом, ни духом не ведали про восстание. Помогите, мужики человечие, и отведите к Макеевой телеге, живо мне. Не дам тебя в обиду, раб Божий. Хоть и не нашей веры правды, но на праведном деле мучение принял. Вот и привел тебя Господь к становищу древних христиан. Не принимаем мы власть царя Антихриста, оттого и ушли с Поморья в Сибирь студеную. Не раз подымался народ на Антихриста, но не одолел. Слышал, может, про сударя Петра Федоровича? Царствие небесное, сударю батюшки!» Старец перекрестился и, завидев женщину в черном платке, позвал: «Подь сюда, Ефимия!» Женщина подошла, старец принял из ее рук берестяную посуду, спросил, кипячена ли вода. «Нет, батюшка, речная». Старец вылил воду, Лопарев вскрикнул: «Погоди, сын Божий, нельзя сырую пить-то, коль ты обгорел изнутри». Долгим показался колоднику путь до того места, где находилась телега. И вдруг сразу промеж двух рябиновых прибрежных кустов увидел он спокойную синь речной воды. Рванулся, но мужики удержали. Над степью за рекой вставало солнце в полкруга, и тени от берез отпечатались длинные, пронизанные багрянцем. И небо розовело, и степи птицы, перелетающие с дерева на дерево. Певучая звонкость как бы призывала к движению и радости. В поределой рощи виднелся пригон для скота. Оттуда шли женщины с подойниками, повязанные платками до бровей, украдкой заглядывая на небывалого человека в кандалах. Отроки в длинных холщовых рубахах и без штанов шли следом за Лопаревым, покуда не оглянулся один из бородачей и не погрозил батагом. Замычали коровы. За Ишимом кочевники в малахаях, рассевшись по берегу, курили трубками. Лопарева подвели к телеге и усадили на сухое шуршащее сено под холщовым пологом. Старец сам подал кружку с кипяченой водой. Лопарев выпил ее одним махом еще. «Погоди, уже, раб Божий, который день без воды-то?» «Четвертые сутки. Кружил по степи, пять раз выходил на один и тот же курган. Ишь ты! Нутро перегорело, значит. Сушь, жарища. Не тебя ли Антихристовы слуги искали третьего дни? При шашках конные наехали на наше становище. Допытывались, не прячется ли государев преступник. Разумей потому, как экую напасть обойти, и мы поможем. Как твое имя, прозвание от Бога и родителя?» «Александр Михайлов, сын Лопарев по фамилии. Из барского сословия?» «Из дворян. Мичманом служил, на суду разжалован и лишен всех званий». Старец что-то припоминал, поглаживая бороду. Слыхивал Лопаревых. «Когда еще парнем ходил на барщине, хрип гнул у помещика Лопарева в Орловской губернии. Не из Орловщины?» Лопарев будто испугался. «Толкуй правду, человече, когда я проживал на Орловщине, тебя на свете не было. Может, дед твой при военном звании состоялся». Лопарев признался, что дед его, Василием Александровичем звали, действительно при военном звании состоял. Служил полковником у Суворова, умер в своем имении на Орловщине. Имение-то Боровиковским прозывалось? Боровиковским. И деревня там Боровикова. Боровикова. Старец покачал головой. С той деревни и я. Там, почитай, все из Боровиковых состоят. Слыхивал, может, от деда, как он выиграл в карты имение и три деревни в придачу. 700 душ на карту взял. Эхе-хе, житье барское да дворянское. Родитель мой Наум Мефодиев. Тоже по прозванию Боровиков, старостой был, когда помещик проиграл крепостных твоему деду. Слово такое сказал, два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был, нещадно за слово, и тут же смерть принял. Несмышленышем был тогда, а помню, как кровью изошел батюшка мой. Помилуй, Господи, разом перекрестились бородачи. Господь милует, да зверь год от году лютеет, проговорил старец. Стал быть, земляки, мы с тобой, Александр Михайлов, сын, ишь ты. Земля-то велика, да люди текучие. Обращаясь к бородачам, наказал: «Погрозите чадам своим, женам своим и всей общине, чтобы никто не подходил к телеге, никто из вас не видывал колодника и слыхом не слыхивал. Где Микула-то?» «Микула!» — гакнули в три глотки. «Кула, кула!» — отозвались кочевники с того берега. Старец плюнул в их сторону. «И петь зырятся нехристи собакины дети. Мы тут с осени, травой запаслись для скота, в землю зарылись, ходоков послали на Енисей реку. Сказывают, места там, как вроде наши, поморские, лесные. Сын мой на Енисей реку ушел со товарищами. Вот, возвернуться к страде, должно и мы поедем». Подошел рыжебородый кряжистый богатырь с кузнечным инструментом в руках. «Звал, отче», — поклонился старцу. «Звал, Микула. Сподобил тебя Господь разбить Антихристовые поковки, да в реку Ишим закинуть и плюнуть им след трижды. Аминь». «Наши ли он веры, отче?» — уставился Микула на кандальника.
Сказывал на молениях, кто подымет топор на царя Антихриста и на поганое войско, тот нашей веры правды. Благослови, отче, инструмент, склонил богатырь голову. Старец благословил. Микула, встав на колени, осмотрел цепи, заклепки, как навек закован. Старец подал еще кружку воды Лопареву и наказал Ефимии, чтобы она сготовила взвар из курицы. Оно, хаша и пост ноне, да человече, подымать надо. А ты, Ларивон, заруби курицу. Не можно, батюшка, попятился Ларивон, сажень ростом. Грех будет. Сымаю грех тот пред небом чистым. Молебствие будет, замолим. Ступай с Богом, руби. Ларивон поплелся рубить курицу. Покуда Микула орудовал напильником и зубилом, старец толковал про вольную волюшку, про справедливого сударя Петра Федоровича, ни разу не обмолвившись, что под тем именем скрывался беглый донской казак Пугачев. «Не одолели мы царское войско в топоры», — гудел старец, — «но да срок не ушел. Полыхнет по земле пламя горючее, и тогда не спастись от погибели сатанинскому престолу и кабале, в какой мается народ на Святой Руси. Грядет день, грядет!» Микула одолел последнюю заклепку. Старец принял от него кандалы, эхо тяжесть. Кандальные цепи кинули вышим и трижды плюнули. Микула дальше всех. Тем временем черноглазая молодка Ефимия готовила куриный взвар. Старец наказал ей, чтобы она не перепутала посуду, из которой попочуют кандальника, грех будет. На что Ефимия ответила: «Ведаю, батюшка». «Да чтоб он про то не ведал. Да слышь, кандальником не зови, и чтоб никто слово такое не ронял в суи. Нету кандальника, был человече с ветра и ушел на ветер». Ефимия не уразумела, что хотел сказать старец. «Говорю, ушел на ветер, и все должны то знать. А покель поживет под твоей телегой в тайности. Ты будешь кормить его, выхаживать, чтоб хворь к нему не пристала. Мучение великое принял он, потому и помощь окажем. Да гляди, язык держи на привязи. Расспросов не учиняй, слышишь? Вера у него никонианская поганая. Как же мне быть, батюшка, можно ли никонианина видеть? Срамника. И на нечистого с крестом да с молитвой идут. И Бог обороняет от гибели. Аминь. Аминь». В пояс поклонилась Ефимия. К полудню, когда Лопарев крепко спал под телегой, сын старца Ларивона наметал наверх пол копны ковыльного сена, обставил вокруг хворостом так, что не узнаешь, что под копною запрятана телега, а под телегой беглый государев-преступник, которого ищут сейчас от Камы до Оби. Все тот же жуткий сон. Каменные стены, каменный пол, железная дверь и тишина. Гробовая тишина. 13-я камера в секретном доме. Он опять здесь, мичман Лопарев. Хоть бы раз увидеть солнце над головой и услышать человеческий голос. Лопарев мечется по камере, зовет, стучит кулаками в железную дверь, но тщетно. Ни голоса в ответ. Может, он заживо погребен в каменном склепе, и никто не узнает, что он не погнул спины перед тираном. Но что это? Стены тюрьмы наполнились кровью. Кровь капает с потолка, Лопарев хочет крикнуть, но голос пропал, и он чувствует, как цепенеют руки и ноги. Лопарев очнулся и не сразу сообразил, где он и что с ним. Душно и жарко, ноют плечи и спина, и сушь, сушь во рту, пить, пить. Когда же он напьется? Где-то он видел реку. Когда и где? Пахучее шуршащее сено. Как он сюда попал? Ах, да. Бежал с этапа, плутал по безводью. Неделю, две, месяц, целую вечность. С ним плелась хромая кобыла с жеребенком. Куда они делись? Он не помнит. Может, и не было ни кобылицы, ни жажды, ни побега с этапа, ни кандалов. Он схватил себя за руку. Боже, кандалов нету. И сразу вспомнил встречу с угрюмыми бородачами и старца с белой бородой ниже пояса, и как неподатливо скрипело железо, а кузнец Микула молча и деловито пилил заклепки. «Дз-дз-дз-дз», — пел напильник. «Царь милостив, покайся!» Лопарев заскрипел зубами. «Покаяться?» Перед царем-вешателем. И он вспомнил вытаращенные глаза Николая, когда видел его совсем близко на Сенатской площади в тот морозный день 14 декабря. И корнет кавалергардского полка Муравьев-младший сказал: «Гляди, Лопарев, вот он, престолонаследник, жалкая скотина, видишь, как он озирается, в такую скотину не выстрелит пистолет». И не выстрелил, может, именно потому, что все видели, каким был трусоватым и жалким претендент на престол. Потом картечь, комья утоптанного снега, крики и стон, и свист пуль. Они беспорядочно отступили кто куда. Как это могло случиться? Кто виноват? Пестель? Муравьев? Кто виноват, что восстание провалилось? Спрашивал себя Лопарев тот раз, когда бежал в Ревель. Не минуло 3 недель, как его схватили и доставили в Петропавловскую крепость. Он не знал, кто взят, кто сидит в соседней камере, кто и какие давал показания. Он ничего не знал и все отрицал. Генерал-адъютант Чернышов грозился: «Ты сгниешь в крепости, жалкий мичманишка».
Еще была одна ночь, непогодная мартовская. Лопарева вывели из дворика тюрьмы, усадили в черную карету бок о бок с комендантом крепости генералом Сукиным и повезли в Зимний дворец, где он во второй раз виделся с Николаем. Царь возвышался над столом. Генерал-адъютант Чернышов занимал место слева, граф Бенкендорф справа. Генерал Сукин представил арестованного. Лопарев не упал на колени, как это сделали некоторые участники заговора и восстания. Твердо и спокойно ответил на пронзительно-голубой взгляд царя. Сын полковника лейб-гвардии Михаила Васильевича спросил и, не дожидаясь ответа, дополнил. Достойно сожаления, что у почтенных отцов, верных престолу и отечеству, преступные дети. Достойно сожаления, ваше императорское величество, отозвался генерал-адъютант Чернышов. Еще более нетерпимо, когда изобличенные преступники упорствуют в своих показаниях. Ведут себя крайне дерзко, стараясь утаить от следствия крамольные связи с сообщниками. В предварительном следствии мичман Лопарев проходил по 8-му разряду. Его могли разжаловать, сослать на Кавказ под пули чеченцев или приговорить к каторге и поселению в Сибирь. Была одна малая зацепка. В июне 1825 года мичман Лопарев, пользуясь месячным увольнением по причине тяжелой болезни матери, вдруг уехал не к родителям в имение, а в Варшаву, где пробыл 5 суток у невесты Едвиги Минцовской, с которой будто бы поссорился. Минцовская заявила, что ничего не знала о принадлежности жениха к тайному обществу. Никаких документов, изобличающих мичмана, у следственной комиссии не было. Так бы и остался вопрос открытым, если бы сам царь не усомнился. Подумать только, ездил в Варшаву. Это же все равно, что к дьяволу в пекло. Не проходило ни одной тайной молитвы, когда бы царь не оглядывался на Варшаву. Это же Варшава. Вот почему у него сорвался голос, когда он потребовал. Назови сообщников в Варшаве. Почему по ручению ездил? С кем ты встречался? Отвечай. Он ко всем обращался на «ты». Лопарев молчал. Комендант крепости генерал Сукин, тараща глаза, прошипел сквозь зубы. Отвечайте. Лопарев передернул плечами и, глядя в упор на царя, проговорил. Я ездил в Варшаву повидаться с невестой. Более ничего не могу сообщить. На колени, — ткнул царь кулаком в стол. На колени, — подтолкнул в спину Сукин. Лопарев вытянулся, как на параде. Я отвечаю, ваше императорское величество, только за свои деяния и поступки. За других отвечать не могу и никого не назову. В Варшаве я виделся только с невестой, Едвигой Минцовской. Царь хлопнул ладонью по столу. Лжешь! Даю тебе 3 минуты, только 3. Назови заговорщиков в Варшаве, фамилии. Лопарев не назвал ни одной и даже отказался сообщить, какие разговоры вел с Пестелем в доме Никиты Муравьева на Фонтанке, где собирался штаб тайного общества. Николай посмотрел на часы. Ну что же, вижу, тебе мало 3 минут, очень жаль. И шевельнул плечом в сторону Сукина, ожидавшего приказа. Я думаю, место сыщется в секретном доме. Так точно, ваше императорское величество. Можно в 13-ю. Водворите. И глянув на Лопарева, царь неожиданно улыбнулся. Жалею вас, вашу молодость, Лопарев. Я предоставляю последнюю возможность подумать. Я терпелив. Прощаю дерзость, но не могу простить упорствование в сокрытии преступников. Сожалею, очень сожалею. Голос его дрогнул, и Лопареву почудилось, будто царевы глаза увлажнились. Он не знал того, что эти мнимые глаза венценосца побудили Каховского составить покаянное письмо, в котором он принес царю полное признание, а самому себе виселицу. Нет, не напрасно Николай брал в ту пору уроки у актера Каратыгина. Было за полночь, когда Сукин доставил Лопарева в секретный дом, 13-й номер. В 13-ю камеру слова генерала означали, что с этой минуты узник утратил имя и звание и стал 13-м номером.